Жизнь так проста, так мимолетна, что даже страшно бывает порой, что молодость моя пройдет бессрочно, оставив за собой лишь след пустой. А что потом, какие еще дали останутся за мною позади? Что за дела, предметы, увлечения со мной случатся впереди? Когда наступит час тот роковой, когда я по земле ходить устану, когда я захочу во всем покой, скажу: спасибо жизни, душе пора домой. Освободи меня от благ земных и страстей, возьми мой труп, сгнои его в земле, и холмик над моей могилой мрачной предай забвению, и с лица земли сотри. Этот стих я написал 28 мая 1985 года. Это было в Томске, в Сибири. Приходите на мой канал и прослушайте следующее стихотворение из моей книги «Жизнь». Интересная штука.